Крупнейшее предприятие жилищно-коммунальной сферы нашего района отметило юбилейную дату. В течение 7 месяцев в году Одинцовская теплосеть отапливает дома и круглый год подает жителям горячую воду. Это предприятие, оно крупнейшее и по численности, и по количеству обслуживаемых объектов именно в рамках масштабах района. 45 лет этому предприятию сегодня мы отмечаем, и все эти 45 лет каждый день круглосуточно персонал предприятия находится на рабочих местах и дает тепло людям. Особо отличившихся работников сферы ЖКХ поблагодарили за многолетний труд и накопленный опыт. Им вручили памятные подарки и благодарственные письма. Убежден, что именно коллектив – самый ценный капитал нашего предприятия. Обеспечит процветание, успех и слаженную работу. Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов на благо Одинцовской теплосети – и жители Одинцовского района. Поздравляю вас, дорогие товарищи. Одинцовская теплосеть была создана в 1972 году и обеспечивала теплоснабжением Одинцово, Можайск, Рузу и Звенигород. Сегодня это одно из самых передовых и мощных предприятий нашего района, на котором трудится более 2000 человек, среди которых есть люди, посвятившие делу большую часть своей жизни. В 1971 году, 6 ноября, я пришел на Усово-Боровихинский участок, который имел 7 котельных, начиная от Раздор и кончая поселком Горки 10 и Лесные Дали. Я начинал мастером, потом меня перевели в Одинцово, в город Одинцово. Здесь я прошел ступени начальника энергорайона, начальника производства технического отдела, заместителя главного инженера и главный инженер. И вся моя судьба, она принадлежит теплоэнергетике Одинцовского района. В управлении организации находится более 80 котельных, 90 тепловых пунктов и около 300 километров теплосетей. У предприятия «Одинцовская теплосеть» немало достижений и наград федерального, областного и районного уровней. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».